Как грамотно распоряжаться бюджетом и делать инвестиции, можно узнать в эти выходные в столице на ярмарке финансовых и биржевых услуг «Финфэйр». Мероприятие проводит Московская биржа в год 25-летия. Своими знаниями со всеми желающими поделятся известные экономисты и эксперты. Представители ведущих профильных институтов России проведут семинары и мастер-классы. Гости ярмарки смогут получить практические советы по управлению личными финансами, формированию семейного бюджета, а также узнать все о сбережениях. Люди, которые хотели бы участвовать в инвестировании на рынке, в общем, самыми нужно идти только тогда, когда у тебя уже есть запас каких-то таких средств, которые не повлияют на твое текущее потребление, твою жизнь. В первую очередь люди тратят обычно или идут в банк класть депозит. Это уже первый шаг участия в инвестировании.